Почти 40% российских компаний заявили об ухудшении деловой среды в июне. В свою очередь, чуть больше половины, 53% предпринимателей, не заметили изменений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. Положительную динамику увидела лишь малая часть. В мае вовсе ни одна из опрошенных РСПП-компаний не увидела улучшения бизнес-климата. Появилось постановление губернатора Забайкалья Александра Осипова об отмене необходимости использования цифровых пропусков на территории края. Документ опубликован 3 июля на официальном интернет-портале правовой информации. Признать утратившим силу постановление губернатора Забайкальского края от 27 мая 2020 года, написано в документе. Ранее zap.ru писал, что оперштаб по коронавирусу сообщает о снижении заболеваемости в Забайкалье, а также что базы отдыха начинают свою работу в крае. Накануне Александр Бордаев рассказал о планах открыть летние веранды и террасы на следующей неделе. Тополя, отравленные неизвестными напротив торгового центра по улице Журавлева, начали гибнуть. Корреспондент zap.ru накануне вечером сделал фото, на котором видно, что деревья уже пожелтели и сбрасывают листву. Ранее в комментарии для портала кандидат биологических наук, преподаватель ЗАБГУ Олег Корсун рассказал, что деревья могут быть отравлены путем закачивания в просверленное отверстие в стволе глифосата, гербицида, вызывающего опадание листьев. Продажи страховок от риска заражения COVID-19 принесли страховым компаниям символическую прибыль. Об этом сообщили крупные участники рынка. Спрос россиян на специальные полисы стал быстро угасать. Сборы по подобным продуктам составили от 1 до 10% в зависимости от компании, от общего объема взносов клиентов на страхование жизни и здоровья, пишет РБК. Участники рынка начали предлагать россиянам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России было обнаружено менее 100 заболеваний. COVID. Пик спроса на такие полисы пришелся на апрель, после введения во многих регионах страны режима самоизоляции.